Центральным месяцем осени называют октябрь синоптики. В это время значительно сокращается светлое время суток, снижается полуденная высота солнца над горизонтом, быстро охлаждается земля. Ухудшение погоды вызывает частое прохождение циклонов. Ярким примером тому стало ухудшение погодных условий, наступившее в начале этой недели. С прохождением атмосферного фронта в большинстве районов области прошли дожди с порывистым ветром. Температура воздуха днем в среднем составляла плюс 10, плюс 15 градусов, а ночью не поднималась выше 5 градусов. Но несмотря на столь нерадостное начало недели, синоптики прогнозируют на ближайшие дни теплую, без осадков погоду. В ближайшее время будем ждать потепления. По данным Приволжского ГМС, будет потепление до 20 градусов. Осадки преимущественно будут не наблюдаться. Но со вторника наблюдаться будет арктический антициклон и, возможно, начнется похолодание. В целом, средняя за месяц температура воздуха ожидается на 0,3-0,9 градусов выше средних многолетних значений. Месячное же количество осадков предполагается меньше нормы. При этом специалисты отмечают, что погодные условия в этом году сложились весьма благоприятно для сельскохозяйственных культур, особенно для озимых. Влагозапасы пахотного слоя почвы под ними оптимальны и составляют более 20 мм. В метровом слое содержится 115-234 мм полезной влаги. В сентябре выпало 46 миллиметров осадков. Самый дождливый день у нас был больше 20 миллиметров осадков. Ну, в принципе, для озимых условия хорошие. Сейчас запас влаги в почве больше 200 миллиметров в метровом слое, что характеризуется оптимальным увлажнением почвы. Кустистость составляла 2,2 стебля на растение. Согласно прогнозам синоптиков, особых природных катаклизмов во втором осеннем месяце не ожидается. Однако наиболее точно погоду можно предсказать только на несколько дней вперед. С предварительным прогнозом погоды на ближайший месяц можно ознакомиться на сайте Поволжского УГМС. С 14 октября у нас, по среднемноголетним данным, среднесуточная температура воздуха переходит через 5 градусов в сторону уменьшения. То есть будет среднесуточно холоднее, чем 5 градусов. Это по среднемноголетним данным. Через ноль переходит примерно к 1 ноября. Ну, если ориентироваться на прошлый год, через 5 градусов мы перешли по прошлому году, 27 октября. Примерно такую же температуру мы ожидаем и в этом году. Синоптики отметили также, что первый снег на территории области и района выпадает, как правило, в последней декаде октября. Однако между первым его появлением и окончательным установлением снежного покрова проходит около месяца. В прошлом году это произошло 21 ноября. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».